Когда туда падал луч света, все замирало. Потом теряло свою силу и по новой сначала. Тяжело и сурово стоял в углу поэт-чтец, наполненный кровью чужих сердец. Один шаг в его сторону непроизвольно бросал на погибель его душу невольную. Малейший дверной стук крушил все под корень. Мастерская его постоянно была на затворе. Там жил он, его пес и его мысли. Кусок бумаги, тушь, перо, подвальные крысы. Черный сюртук во мраке теней его портретов отражался в лужах на полу безликим силуэтом. Он призван был служить слову русскому. Магия слов неуловимо яркая в его чувствах. Это все, что брал от него мир поднебесье. Из остального он формировал свои песни. Раньше люди приносили к нему букеты слов, ароматы фраз на подбор, не в бровь, а в глаз. А он из них таинственным, невиданным путем варил мед поэзии. Изящным разумом толпа жаждала его речи, ставила в церкви свечи за его слово точное, течению встречное. Но время ран не лечит, поэт покалечен. И вот в темноте вином он разрушает печень. Мастерская закрыта навсегда, и над полутенью нависла тьма. Заперты двери, атмосфера невыносима. Но вот кто-то постучал к нему со страшной силой. Божественный голос за дверью: «Пусти, поверь мне», — он говорит, «не верю». Видимо, испытывал терпение, а может быть нет. Но только он открыл дверь, и явился свет. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною.